Шиза Проджект представляет! Древние времена. На столицу напала чудовищная паучиха. Много вреда принесла она людям. А попонятнее можно? Убей ее! Стреляй! Наскальное письмо. Букинист. Я же говорю, совсем неинтересная книжка. Плохо, Мидзуки-кун. Позор. Почему это? Ты прячешься от мира старых книг только потому, что это не модно. Вот так. Я не прячусь. Меня дедушка вообще сюда прислал за арендной платой. Книжка про чудищ? Запечатанная? Стой! Вытри руки! Перчатки надень! Здравствуйте! Говорит Судзури, букинист. Да, да. Нашел вашу книгу. Да. Простите за беспокойство. Понимаете, я случайно снял печать. Собственно, хотел узнать ваше мнение по этому поводу. Простите, но это абсурд. Да, да. Пока нет. Таракан? Таракан, выходи! Вот попали. Мидзуки-кун, покупатель очень сердится. Паучище! Паучище! Что ты сказала? Гигантский ужасный, сам посмотри! У страха глаза велики. Там, наверное, мышь или кузнечик. Кузнечик? Давно пора тут порядок навести. Господи, там верещал кто-то! Могла бы и обо мне побеспокоиться. Что это?
Кукла? Я такую не помню. Шевелится! Так не бывает! Почему? Очень странно. Какая крошка! Посмотри, это же просто маленькая девочка! Миленькая! Какая миленькая! Что? Где? Мелкая? Странно это! Дай руку. Больно. Привидение! Оборотень! В легенде гигантскую паучиху, напавшую на столицу, сразило заклинание колдуна. Из ее распоротого брюха сыпались черепа и трупы маленьких пауков. Ужас! Только одно ее дитя осталось живых. Крошечная паучиха. Правда? Колдун жалился над ней и не стал убивать. Педофил? Он не послушал других людей и убрался во свояси. Точно педофил! Колдун растил паучонка, как обычную девочку. Однако, по истечении полугода, он стал замечать, что местные мужчины исчезают один за другим. Вот ты и попался мне, монстр-паук! Готовься к бою! Па-паук! Вот что там написано. Не очень-то убедительно. Автор очень литературно пишет. Ну, а кончилось-то чем? Не знаю. Как это? Там что, не написано? Чистый лист? Честно сказать, я думал, тут будет написано, как избавиться от паучихи. Судзури-сан, что нам с ним делать? Кто его знает? Печать снята. Наверное, она сбежала с картинки. Теперь, сколько ни старайся, проси, ищи, гляди, обратно ее не вернуть. Книжка в одном экземпляре, никто ее не купит. Я не смогу расплатиться за аренду. А ты не получишь карманных денег от деда. Безнадега. Ты чего руки опустил? Я же простой продавец старых книг. Думаешь, я умею возвращать злых духов на картинки? Но! Она же людоедка! Вдруг съест нас! Это же легенда. Мало ли, что люди напридумывают. Но она ведь взаправду ожила! Да не бойся ты! Такая прелесть никому не причинит зла. Эй! Это же не еда! Oh.
О? Ты узнал что-нибудь про наше чудище? Я наконец-то достучался до старого хозяина этой книги. Обещал подумать, помочь нам. Правда? Она такая печальная. Мамочка. Говорит? Судзури-сан! Гиппоан? О, замечательно! И это туда же! Редкая вещь, правда? Не из всякой книги может выбраться древний монстр. Ну хорошо, попробую. Только навсегда вернуть ее в книгу не смогу. Ну, попробуйте! Зачем? Она мне, в общем-то, совсем не мешает. Да ты что? Нельзя ее оставлять! Мы шутим, шутим. Мне бы даже самого дьявола было бы жалко в книгу возвращать. Возьми. Отправляйся на родину этой легенды. Там ты сможешь найти подсказку. Благодарю. Ваше дело никак нельзя пускать на самотек. Судзури-сан! Скажи-ка, школьница, он давно такой? Какой? Может быть, уже поздно? Да? Может, съездим? Карта, у нас теперь есть... Судзури-сан, ты тоже слышал, что чудище бормотало на крыше? Мамочка, она хочет домой, в родные края. Да, вполне возможно. Давай съездим. Жутковато. А когда-то этот город процветал. О! Давай покажем. Мне же щекотно. Ну, ну.
Ну, вперед! Тише! Куда? Мыши. А если то, что говорится в легенде, правда? Что это с тобой? Ладно, я понял. Судзари-сан! Стойте! Эй! Ты где? Судзари-сан! Эй! Смотрите, не попадитесь в паутину. Духу нужно вернуть туда, откуда он пришел. А еще нужно расколдовать Судзури. Почему он так сказал? Не бойся. Ну где же ты? Не надо прятаться. Ну. Пожалуйста, не ходи за ней. Что ты такое говоришь? Нельзя за ней идти, Судзари-сан! Ты уже не вернешься! Послушай! Это же... Судзари-сан! Не ходи! Нельзя за ней идти! Мидзуки-кун! Судзари-сан, ты снова стал собой! Что? Что ты имеешь в виду?
Дядя Кэпо велел привязать куда-нибудь паутинки, чтобы не попасться. И ты додумалась прицепить их к центральной опоре? Ну, знаешь. Там! Это же... Мамочка! Здравствуйте. Возвращаю. Большое спасибо. О. А вы? Ну, понимаете, столько всего произошло. Чай готов? Да. Ну, что же, вы вроде собирались от нее избавиться. Спасибо за помощь. Данный релиз не для продажи. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт shizaproject.com. Релиз был подготовлен проектом Shiza. Перевод Dreamers Team. Работа над таймингом. Бамбуча. Работа со звуком. Ранфан. Озвучивали. Зяблик. И Вики. Shiza Project. Все самое интересное. Только впереди. До новых встреч. Never let